Просто призвание у вас такое. Я же был комсомольским работником. Я и говорю. Руководить тоже надо уметь. Да. Да. Вот. Гроза, дождь. Приехали опилки. Да. Все дружно, мужественно. Вон еще машина стоит. Да, 100 мешков с амбара. Теперь у нас есть подстилка. Хуже, все серо. Уже нечем увязать. Его если побить, это ничего. Я не знаю, конечно. Конечно, не.